Да, но это так на афише пишет, для рекламы. А называют мавкой. А почему мавка? Мавка? Дочь лесного царя. Ну, это что-то вроде нимфы, которая погибла, познав человеческую любовь. У тебя была несчастная любовь? Нет, вы что? У меня была счастливая любовь. В пятом классе. Но это же детство. А сейчас не только дельфин любви признается. Да и людям я не очень доверяю. Никогда так не говори. Не доверяю? Хорошо, не буду. Слышите? Там двое влюбленных милуются. А вы посмотрите, что сейчас будет происходить. А я объясню. Видели? А теперь смотрите дальше. Слушай, а к вам что, нервные приезжают лечиться, психические? Убежали. Сектанты. Видите ли, просто ливанский кедр, с которым народ так рьяно обнимается, у нас считается чем-то вроде священника в древесном обличье. Вот если согрешил во время отпуска, то соверши паломничество, кедру обними его, и будешь чист, как младенец.